Здравствуйте, меня зовут Артем, слушаю. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, тут кто-то потерял карточку этого самого, ну, ученика. Москвина? Да. Хорошо, в таком случае, чтобы вернуть ее владельцу, вам потребуется обратиться в любое учебное учреждение, находящееся к вам поблизости. А, могу я в метро сдать? Именно в учебное учреждение на пост охраны нужно будет сдать, чтобы вернули владельца. Дело в том, что я не знаю, где здесь ближайшее учебное учреждение. Вы можете посмотреть по интернету, но, к сожалению, в метро не нужно сдавать. Владельцы не найдут. А, то есть, ну, любой охране. А могу я в другом районе, допустим, у себя дома там? Мы попробуем сейчас синергию ждать. Ну вот и все. Сказали, что если подойдут, то заберут именно здесь. Сдал на пост охраны. Так что чья карта? Идите, забирайте.